Русский репортаж представляет. Доброе утро, господин Ван Зален. Здравствуйте. Господин Ван Зален Дэвид. Наше агентство предлагает путешествие из тех, что бывают раз в жизни. Вы готовы отправиться в путь? Да. Данный вариант отправки в мир иной у нас именуется сюрпризом. Как и в повседневной жизни, клиент не будет знать, когда и как это случится. Превосходно. Я согласен. Фильм обладателя премии «Оскар» Майка Ван Дима. Позвольте полюбопытствовать, где вы познакомились? В бюро путешествий. Я тоже путешественница. Я так и понял. Темпераментная штучка. 495 лошадей. Сцепление надо выжимать нежно. Если бы вы знали, что завтра ваш последний день на этой земле, что бы вы сделали? Я прошу отсрочки. Простите, я не понял. Я встретил свое счастье. О, боже. Странные вещи с нами происходят. Ты боялся что-то потерять? Господин Ван Зален? Госпожа де Конинг? Можно я возьму вас за руку? Конечно. Мы не допускаем незавершенных дел. Они стреляют в нас! Прежде будущее меня не занимало, но теперь я хотел бы знать, что мне уготовано. Сюрприз! Скоро в кино.